Вот интересные, конечно, мысли ночью появляются. У меня был сетевой шнур, восьмерка, вот с такой вот вилкой. Абсолютно новый провод, но переходников на такую вилку я абсолютно не видел. Как видите, вилка уже отрезана. Она нам больше никогда не пригодится. Я вдруг вспомнил, у меня же есть новый свинцовый аккумулятор и два бесперебойника. У меня есть восьмерка, зачищенная с того конца. Для особо непонятливых. Вот что я сделал. Держится, кстати, хорошо. Бесперебойник, у которого без, то есть бесперебойник с восьмеркой. И у меня родилась одна интересная мысль. Берем эту восьмерку. Где ты? Вот. Берем восьмерку. Мысль вы уже, наверное, поняли, но до конца я вам эту идею пока не скажу. Все увидите. Смотрим. Вот, автономная работа музыкального центра. Вот только вот эта скотина пищать все время будет. Надо с пищалкой разобраться. Вот, как видите. Звук не покажу, потому что ничего не подключено, да и микросхемы выходной в нем нету. Но как видите, ведь хорошая у меня появилась идея для одного видео. Вам так не кажется? А теперь для особо неверующих. Вот. А вы гадаете, о чем я что я задумал? Никогда не догадаетесь. Точнее, вы частично, скорее всего, догадаетесь, но до конца не догадаетесь. Если мне это будет не лень сделать, я это сделаю. Всем пока.